Да, дорогие друзья, мы возвращаемся на Starper Hub, на вторую карту Liquid против гладиаторов, которая начнется совсем скоро. А сейчас у нас специальные гости! Олег Стрей! Специальный гость Олег... Какой бубну они? Что такое бубна? Кто бубна? Я не знаю, кто бубна. Следующий гость. И следующий гость это... Рости Слейв! О, Ростик, здорово! Там лестница была. Привет, привет, легенда. Мы уже здоровались. Ой, а ты со сменки, что ли, пришел? О, это подарки? О, я реально как на поле чудес! Погоди! Подарочный набор конфет! Колбаса! Сгущенка. Сгущенка? Mm-hmm. Или что это? С Беларуси. А, лакомка. Ой, слушай. И называйте первую букву. Ну ладно, он не понял, он не смотрел «Поле чудес». Молодой еще. Как, делишки-то? Всем привет. Легенды? Что там такое? Я только сейчас заметил. Это что? Это подарок? Это манго. А-а-а. Фрукты любишь? Ну, слушай, ну, честно сказать, ну, более-менее, да. Но если бы ты мне манго бы вот дал, я бы не отказался, так скажу. Вот. Но я вообще больше по овощам. А паузу поставил бы? Пауза? Как я тебе паузу в жизни поставлю? Тут пока... О, это, ну, так не понятно. Не, ну ты шутник, смотри. А тебе не жарко в шапке? Ну, так, чуть-чуть жарко. А что, там что-то секретное? У тебя лысина там, может? Да. Так все же видели, алло. Олежа, привет. Олежа, привет. Ленивая обновит оф-донатеров. ДД. Я не могу их обновить, брат. И тебе привет. Нет никаких это... Как дела у вас? Выспался ты? Да. И вообще когда приехал? Сегодня. Прям с утра? Прилетел. Прилетел? На вертолете? Самолет. А ты в шапке летел? Там заставляют снять. Бубна что-то вообще поплыло. Он по масти тут не разбирается, да? Кто есть кто? Слушай, он-то, мне кажется, как раз и разбирается. Ты шерстяной сегодня, да? Слушай, а Ростик, ты кальян же не куришь, да? Не-не-не. А у тебя просто сидит этот Олег, который, да, он сейчас тебя задымит. Да, я много буду курить. Ты ж, ну да, ты же жесткий зожник. Да. Ты же вообще не... Смотри. Да что кринж пишут? Почему? Что пишут? Кринж. Кринж? Не знаю. Нет. Да они только что... Да ты не обращай внимания, не смотрели там укупника с Майлштормом. А где этот? Волосатый. Волосатый? Непор, вот этот. Так ты вместо него теперь. Передаю привет кальянщику. Ты есть волосатый. Запилите интервью с ним, плес. П.С. Привет моему другу, Саня. Да, спасибо за донат, спасибо. Это, слушай, да Егорыч, да, ну мы его попросили тебе вместо уступить. Все правильно. Ну просто много людей будет, тяжело будет общаться с нами, видишь? Такое будет. Чуть-чуть стесняюсь. Это расслабься, здесь все свои. Да ты что? Почему Ростик стесняется? Ну-ка надо какой-то кринж навалить, чтобы он еще больше не, вот тут типа люди сидят, понял? На стриме ты их не видишь, как бы, но легче. Слушай, нифига себе, ну... Дрова есть, там, кстати, сзади камин. Уже? Да, это, между прочим, если что, вулканическая минеральная вода Горжи. Да, это ботл в реальной жизни. Да, да, ты понимаешь. Ты вообще Инт-то... Я видел, ты смотрел им, да? Посматривал. Игру? Ну, Инт вообще, в принципе. Конечно. Ну и как тебе? Liquid выиграют International. Liquid? Да. Да ладно. Фриросик. Да нет. Insane. Да как это? Приписку видел? Ну, видел. У Insane. Видел, да. Ну, там фриростик. Да, да, слушай, он поставил это год назад, забыл удалить. Нет. Он ему просто донаты башляет. Да я тебе говорю, он, более того, я уверен, он не знает, как удалить.
Я как-то раз в Доте пытался вот эту приписку удалить, я даже не понял, где ее удалять. Типа там где-то надо куда-то в настройки глубокие зайти. Глубинные настройки, я бы сказал. Понял. Да ладно, я шучу, ну это фанат твой. Не, ну я видел, и Miracle, понимаешь, уже знает, кто легенда. Завода. Мы запускаем эксклюзивный розыгрыш. 5 автомобилей BMW и множество денежных призов ожидают своих победителей. Счастливчиков определят 5 различных турниров, которые пройдут с 30 сентября по 10 ноября. Сколько рейтинг у тебя, больше, чем у Олега, или поменьше у тебя? Меньше. Меньше? Ну, это... Да. Мы с ним, кстати, так и не попались ни разу. За ни разу не попались? Да ладно. Он, видимо, доджит меня, понимаешь? Слушай, а почему, как это так? Доджит, смотрит стрим, когда я нажимаю поиск, отменяет. Ты... Доджишь его, да? Аллигатор. Ну это я так же делаю. Но, честно сказать, у меня 2К ММР. Я поэтому головача. Нет, ты слишком низко для я нас. Я головача доджу тебя. Вот с кого. Ну, да, у вас же там терочки как раз. Конфликт с Серегой. Да, он пиздел. А он на саппортов пиздел, на всех саппортов. У всех саппортов с ним конфликт. Он говорит, что саппорты вообще типа не игроки. Ну, саппорты, а ты ему, кстати... Да, саппорт согласен. Что ты согласен? Ну, типа, плохо играют доту. Саппорты? Mm-hmm. Не понял. Ну, ты пизды, что ли, дать? Не-не-не. Подожди, Ярик, а ты звал головача сюда? Спросить с него. Нет, кстати, не звал. Вот. Но он можно... Сереге двери открыты. Там, правда, иногда в чате пишут, парни, откройте. Наденьте трико и будете тут разбираться, кто саппорт, кто керри. Слушай, трико или, может, кожанку надо надеть? Ну, не знаю, тут сами разберетесь. Блин, так бедный Ростик, мы его с двух стволов, так сказать. А Ростик при чем? Мы сейчас про головача. Нет, 2 кальяна, а, и Ростик. Зажали. Да нормально. Сигма. Не, смотри, я сигма. Еще раз, на меня. Ярик, делайте. Ну пойди. Что? Сигму. Ну делай. Что надо сделать-то? Да я даже не в курсе, о чем ты. О чем он, я Олег? Я не знаю, я тоже старый, нет, видимо. Не, Ростик, погоди. Ну, во-первых, тебе 18-то есть? А его без родителей в самолет не пустили, если бы не было 18. А я с братом. А, с братухой? Все, слушай, тогда не пиздим. Брат пизды нам даст потом. Брат, да. Слушай, ладно, нет. Ну, Ростик, ты классный вообще парень, да, что-то. Кринж, снова. А ты на чат не обращай внимания. Слушай, ну ты что, погоди, ты чат? Чат, можно выбрать масть для Ростика? Написать. Чат, бубну этого мальчика давайте, бразильского, быстро. Масть Ростика в чат. А, и бразильского мальчика. Чат решится. А погоди, кстати. А, нет, вы в одной команде не играли на стримерсбанке. Нет, да, не играли. Ну, мы же на миде стоим. А там просто, ну, вот приходит Олег, и типа, я такой... Не, ну там тяжело стоять в миде, ага, против Олега. Там просто вот так играю. Ну ладно, слушай, ты это будешь рассказывать, но что-то говоря, я смотрел реплей, Олег-то тебя на шейкере ЕС оттрахал. Было. Так что тут как бы сам смотри. Ну, да, где-то... Это не в обиду сказано. Проиграть мне мид — это, ну, не позорно. Так никто не выигрывал, по-моему. Я ни разу не видел. Я тоже не видел таких. Ну... Я понял. Да ладно, слушай. Может, колбасы? Это белорусская? Да, слушай, а подожди, тут побольше есть. Ни хрена. Это... А почему? Ну, ММР равно колбаса, понимаешь? А почему? Олег, побольше. А у меня еще и жирная какая-то. Это... Не. О. Ну, пиздец. Спасибо. Слушай, а это какая-то надутая. Что? Надутая какая-то, смотри. Да это мама сказала, привези, я чувак. Ну, не, ну знаю, нормально. Что, мама сказала, возьми все. Не, ну это правильно. Мама мировая женщина. Как маму зовут твою? Наталья. Я на всякий случай, вдруг я буду брать интервью. Без негатива. Да, был просто момент у меня. Наталья. Все хорошо. Она смотрит. Привет. Ну нормально. Привет. Типа люблю тебя там. Нет, это ты должен говорить, погоди. Меня Ярослав зовут, кстати. На всякий случай. Первородный... Да, ребята, это оно. Представься. Я опять опозорился, я не представился реально.
О-о-о! Ну нет, погоди, но это же еще даже не интервью. Кстати, я так понимаю, там на интернет-шителе игры не будет теперь. Они поняли, что там нет смысла же в интернете. Кто пиздел? А, нет, слушай, тут даже драфты.